сегодня в новой опять машине. Называется Volkswagen Taos. Едем погулять куда-нибудь в лес. Подальше от людей, которые празднуют День Благодарения. Дуб красенка. Со снежком. Тут вообще снег уже лежит в лесу. Посмотри, какой хорошенький, пушистый, зимний. I don't care. Ехай, куда ехал. Собрались на хайк. Мне кажется, Саша не по погоде оделся. Можно кидать ледок на озеро, как Денис. Но что-то пока не видно ледка. Там снежок лежит. Никто не знает, когда выпадет снег в Нью-Йорке, поэтому нужно походить по снегу, пощупать его обязательно. Снежки поиграть. Тут раньше богатые люди Нью-Йорка спасались от жары летом. И тут было два отеля. А сейчас просто смотровая площадка. Потому что кондиционеры помогают спасаться от жары. Хороший вид. Надписи на камнях. 1866 год. Вот еще 1850, 1870, 1853. Здесь был вход на территорию отеля. Старые камушки. Камень буду кидать палку. Главное, телефон в этот момент не открыть. Лед.
настоящий лед. Я буду кидать туда, залёт. Я вот сюда скидываю лучше. Сюда. Сюда кидаю. Какой-то шанс. Надо было наверх кидать. На весиком. Давай. Неплохо. А? Давай. Здорово, это пробьет сейчас. Да. Сломо. После небольшого хайка. Ну расскажи, как тебе в машине? Нравится? Хорошо. Но надо попробовать самый свежий Тигуан. Следующий уровень. Не Атлас, Тигуан уже. Уже Тигуан, не Атлас. Ну, Тигуан это как бы следующий уровень, а Атлас... Через, да? Это... Еще как бы, там он по комфорту вряд ли добавляет, но третий ряд добавляет кучу мест. Так что все интересно, надо проверять. Вообще нравится. Мне не хватает системы IQ Drive. Не едет сама машина. Так весело, да. Листочки были так красиво, так вот гуляют. Она показала пис. Какой хороший у тебя второй подбородок. Специально для Биг Мака. А что ты его рукой закрываешь? Ну-ка покажи, что ты ешь. Травку? Мясные котлеты. Гриль. Специальный соус. Сыр. Огурцы, салаты, лук. Все, это булочки, я скажу это. Только так. И это Биг Мак. Твои подписчики уже забыли, что это такое.